Дым столбом и звук сирены. Ночь с 5 на 6 февраля. Диспетчерскую службу МЧС поступает звонок о возгорании дома в деревне Ивановка Бобруйского района. Прибывшие на место спасатели констатируют, строение полностью во власти огня. Ущерб от пламени, поврежденные вещи домашнего интерьера, уничтоженная веранда и кровля. При этом причин ЧП может быть несколько. По одной из версий, местный житель неправильно установил, а затем подключил газовый баллон. К счастью, обошлось без жертв. Хозяин успел покинуть горящий дом. Но стоит отметить, на этом случае работа огнеборцев не закончилась. Днем 5 февраля пожар произошел в легковом автомобиле, расположенном на улице Черняховского. Благодаря проезжающему мимо гражданину, который заметил загорание и остановился при помощи огнетушителя, успел локализовать горение. Прибывшим на место спасателям оставалось только завершить дело, начатое бдительным жителем. Смелый поступок очевидца и профессиональные действия пожарных позволили сократить материальный ущерб до минимума. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.